Чешский фотограф Михал Мацку с детства занимался живописью, скульптурой и графикой. В 1989 году изобрел собственную технику создания фотографий и обозвал ее «желаш». До сих пор продолжает развиваться в своих экспериментах. Работает на чешском телевидении в Брно, в соавторстве с которым снял первый анимационный «желаш»-фильм. Термин «желаш» родился в результате двух слов «желатин» и «коллаж». Техника заключается в наложении тонкого прозрачного фотографического слоя на бумагу. Это помогает менять исходную фотографию, создавать новые смыслы и образы. Сдается, что Михал не только фотохудожник, но еще и фотохирург. Получить идентичную одинаковую работу практически невозможно, так как используется эффект наложения одного негатива на другой. Тем самым автор погружает человеческий образ в новое абстрактное пространство. Как утверждает сам Михал, работа с желатином с каждым разом приводит его к новым уровням человечности, тем самым показывая безграничность своего воображения. Каждый желаш – это уникальное произведение.